Добро пожаловать на мой канал и добро пожаловать на новую серию Пути Бомжа. Сегодня мы с вами арендуем фуру и посмотрим, можно ли на этом деле зарабатывать или же это самое неприбыльное, что только существует. Покажу вам лично свой опыт и лично на своем опыте покажу свой заработок. Ну а также просто поиграем на Аризоне, посмотрим, что интересного мы с вами сможем сделать и посмотрим, что интересного вообще со мной произошло. Не буду затягивать, просто напомню о том, что есть хэштег FVLK Show на 17 сервере Showlow и, конечно же, мой не пригласившего вас игрока Lil Hennessy. А мне-то как жаль. Правда в том, что после стольких лет начинаешь терять не только аппетит. Когда так долго носишь маску, то забываешь, кто ты под ней. Собственно, друзья, что я сейчас хочу сделать? Я хочу попробовать впервые на Arizona RP арендовать себе фуру, кастомную фуру, и попробовать на ней покататься в течение часа и посмотреть, сколько я смогу заработать. А то вот что-то я тут катаюсь просто так и зарабатываю очень мало, а хочу очень много, и мне интересно, насколько вообще это прибыльное дело, и стоит ли платить по миллиону, по 1,5 миллиона за аренду фуры на час, чтобы заработать, например, всего лишь на 100 тысяч больше. Либо же я выбью много ларсов, за счет чего я уйду в огромнейший плюс. Поэтому сейчас я, наверное, поеду на базу Лас Вентурас и там попробую себе арендовать фуру, потому что вроде как я видел, что там челики стоят и сдают фуры в аренду. И надеюсь, что из этого у меня что-то выйдет, и я окажусь в большом плюсе. Собственно, я на базе, теперь осталось найти фуру, которую можно взять в аренду, и закончить аренду вот этой фуры, после чего можно будет спокойно начинать работать. Давайте сейчас попробуем быстренько в чате спросить, сдает ли в Лас Вентурасе кто-то фуру на часик, и если сдает, то, думаю, купим ее. Максимально, думаю, за 1,5 миллиона купить. Блять, ну давайте откровенно говорить, ну это пиздец, мне дают за рекламу в /J банчата, с учетом того, что я просто спросил, кто мне сдаст фуру. Ебал я эту логику, извиняюсь за мат, но ебанутая логика, серьезно. В принципе, ладно, пофиг. Пока у меня банчат, давайте пройдем еще один квест, который является типа секретным, и заодно получим за это какой-нибудь приз, который мою душу успокоит. Но это не отменяет того правила, что это самое ебанутое правило, которое существует на Аризоне, о том, что даже просто поинтересоваться о том, сдает ли кто-то фуру, это равняется сразу продажей. Это максимальный бред, это надо исправлять, с этим надо бороться, да и вообще в целом, что за тупейшее правило на Аризоне. Ну и вот он, тот самый квестовый персонаж, которому нужно сейчас будет как-то помочь и за это получить какое-то вознаграждение. Для этого нам надо сейчас будет отправиться на склад, после приезда позвонить по номеру и узнать код доступа. Дальше нам нужно будет взять необходимые детали и привести их Джону. За это мы с вами получим что-то из этого, и в принципе я больше всего надеюсь, наверное, на азекоины или два случайных ящика или ларца. Для меня это, наверное, самое интересное будет и самое желанное. Нашел я это место, находится оно буквально, наверное, в 2 минутах езды. И, собственно, сейчас мы с вами будем, наверное, звонить по нужному телефону для того, чтобы узнать код, чтобы сюда зайти. И код доступа является 3923. Давайте быстренько введем этот код, и, скорее всего, мы что-то прикольное получим с этого. Так, я, получается, попал в какой-то склад. А вот что мне здесь делать надо будет, не совсем пока что я понимаю, хотя уже, наверное, понимаю. Нужно просто будет взять детали. Вот у меня вопрос, мне нужно брать все детали или какие-то определенные? Давайте быстренько еще раз посмотрим квест. В принципе, как я опять же понял, нужно взять просто все, что я сейчас вижу. Ну, теперь отправляемся обратно, отдадим эти детали, он починит свой автомобиль, а мы получим награду. Подъезжаем, отдаем все детали и за это получаем азекоины. И да, получаю я 35 азекоинов. Ну и раз уж я так быстро прошел этот квест, давайте еще один квест я сейчас возьму, тоже секретный, прям очень-очень секретный, который находится буквально, опять же, ну, в 3-4 минутах отсюда. Ну и, собственно, вот эта дама, Марта, которая сейчас нам даст еще один квест. Нам потребуется здесь успеть за 4 минуты съездить в ближайшую больницу и там забрать лекарство, после чего мы к ней возвращаемся и опять же получаем какую-нибудь рандомную награду. Квесты на время — это самое худшее, что только есть, и это максимально мое нелюбимое во всех играх. Так, сейчас максимально прям быстро нужно будет забрать у кого-то из этих вот врачей лекарства. Все, я его забрал, и теперь я отправляюсь обратно. Буквально у меня есть ровно 2 минуты. Я думаю, что я успею. А, как думаете вы? В целом, думаю, мне должно хватить даже минуты, и 30 секунд у меня еще останется, если я, конечно же, ровно буду ехать и нигде не перевернусь. У меня еще 50 секунд, а я уже на месте. Так что, дамочка, забирайте свои лекарства и отдавайте мне мою награду. А моя награда — это ящик джентльмена и ларец премии. Ну, ларец с премией как бы такое себе, буквально 150-200 тысяч, а вот ящичек джентльмена, мне кажется, он стоит
стоит подороже, давайте посмотрим, что в нем есть. А в нем есть скины джентльмена и в основном ничего интересного, поэтому думаю, что данный сундук мы либо продадим, если он стоит много, либо же мы просто его откроем. В общем, короче, о чем я сейчас задумался? Смотрите, у меня есть 3400 доната и есть 3000 зекоинов на то, чтобы купить себе випку титановскую, которая является, наверное, самой популярной и самой начальной такой випкой. Так вот, в чем суть? Я не думаю, что есть смысл сейчас мне ее покупать. Новый автомобиль я себе покупать не планирую, а если я и буду покупать, то я, скорее всего, продам этот. Вертолет, который должен быть у меня вторым транспортом, пока что у меня в ближайшее время не планируется. Да и в целом, если я захочу себе вертолет, для этого я могу себе что сделать? Правильно, я могу купить себе премиум VIP за 7500. То есть я могу накопить и купить сразу вместе с вертолетом. Так еще и премиум со специальным тюнингом и красивыми наклейками. Следовательно, премиум VIP намного выгоднее, но и намного дороже. Поэтому пока что я не буду себе покупать випку, а буду на нее копить. И я очень надеюсь, что у меня получится накопить хотя бы до лета, и летом я себе куплю эту випку, и у меня будет вертолет крутой, у меня будет много плюшек, и я себе могу покупать много транспорта. На данном этапе, когда у меня всего лишь 13 миллионов на руках, и автомобиль буквально за 7-8 миллионов, нету смысла ни от этого крутого чата, нету смысла ни от чего еще, просто по той причине, что это все бессмысленно. Ну и собственно да, как вы сейчас можете видеть на видеоролике у себя, я арендовал фуру, да, это произошло вне записи, я извиняюсь, не было возможности записывать и комментировать. Но в целом это не особо повлияет на видеоролик, который я полностью по сути озвучил вживую, и собственно вы будете слушать только живые комментарии и почти никакой озвучки поверх видеоролика. В целом, что я могу сказать? Для того, чтобы кататься на данной фуре, которую я арендовал и которую вы будете арендовывать, нужно немножко уметь водить автомобиль на высокой скорости. У меня это порой не получалось, я ездил чуть ли не как на обычной фуре, оттого я сделал немного меньше заказов, чем, конечно же, мог сделать. Также учитывайте тот момент, что, возможно, вам везет, возможно, вам не везет с количеством ларцов, но мне повезло, в будущем поймете почему. Ну и в целом, я могу сказать, что мне очень понравилось кататься на арендованной фуре, и я надеюсь, что я буду это делать максимально много и часто, потому что зарабатывать в час по чистыми 1,5-2 миллиона это достаточно неплохой заработок, учитывая, что кататься на кастомной фуре это отдельное удовольствие. И так что да, мне это очень понравилось. И в целом за целый час работы я сделал около 8 рейсов, что тоже очень круто. Так, ну и собственно для того, чтобы наконец-таки полноценно проверить заработок, а не говорить в воду о том, что вот они могут стоить столько-то, столько-то эти все ларцы, и можно все это продать, столько заработать. Давайте сейчас я быстренько сгоняю в Санферы, я узнал, что там по 650 тысяч скупают ларцы, и я попробую все свои ларцы, которые я сегодня заработал, как раз-таки там продать. И тогда полноценно мы с вами увидим заработок. И примерно поймем, насколько это уже точно было выгодно арендовать фуру, и, собственно, узнаем, какой примерный заработок у нас с вами будет. На данный момент все, что я хочу сказать, что центральный рынок — самое худшее место, где стоит продавать ларцы, по крайней мере на шоу-лоу. Здесь люди их вообще скупают по 300, по 400 тысяч, что достаточно очень мало. Ну и в принципе за 650 тысяч, конечно это не 700 и не 800, которые можно было бы найти, поиграв подольше, можно будет сейчас продать 5 ларцов. Ну и в принципе я это сейчас сделаю. И зарабатываю я на этом деле 3 миллиона 120 тысяч. К этой сумме мы также добавляем примерно 400-500 тысяч, которые я заработал, чисто возил грузы. Итого я получаю 3 миллиона 600. Я убираю 2 миллиона, и получается, что где-то плюс-минус 1,5 миллиона чистыми я заработал буквально за час работы на данной работе. И то порой меня далеко кидало, и мне приходилось из Санферы ехать чуть ли не через всю карту сдавать груз. Следовательно, можно порой предположить, что умея водить данный автомобиль с ТТ или ФТ, думаю, можно зарабатывать примерно 2 миллиона. Ну а на этом, думаю, можно завершать сегодняшнюю серию. Всем спасибо за просмотр. Не забываем ставить лайки, подписываться на мой канал, писать комментарии. И всем удачи и всем пока.